После того, как певица Алла Пугачева покинула страну, резко выросло число ее критиков. Ведь Примадонна, как и многие другие уехавшие из России артисты, позволила себе несколько резких высказываний по поводу происходящего. Особенно жестко ренегатов песочит на федеральных каналах. Сегодня поведение Аллы Борисовны и ее коллег решил прокомментировать ведущий Армен Гаспарян, которого многие знают как напарника Владимира Соловьева. В своем телеграм-канале «Звезда экрана» отреагировала на опубликованный недавно снимок, на котором Алла Пугачева позирует с юмористом Михаилом Шацем, юмористом Семеном Слепаковым и актером Максимом Виторганом. Армен Гаспарян в свойственной ему манере высмеял опальных артистов. «Фотография прямо светится рукопожатностью», — написал ведущий. Ранее негатив в адрес исполнительницы хита «Миллион алых роз» высказывал и сам Владимир Соловьев. Последнего, напомним, заинтересовали доходы Аллы Борисовны за участие в различных политических кампаниях 90-х годов. Однако сама экс-супруга Филиппа Киркорова не стала терпеть издевательства и резко ответила телеведущему. Но реплику Армена Гаспаряна, по всей видимости, Примадонна оставит без внимания. До самого последнего момента она отвечала только тем, кого считала равным по статусу. Гаспарян этой чести, скорее всего, не удостоится. Любопытно, что до этого жена Максима Галкина приложила всех россиян без разбора, охарактеризовав своих теперь уже бывших соотечественников как холопов и рабов. Но интерес к артистке в последнее время и так угасает.